А сейчас мы находимся на Secret Bay. Этот отель также одобрен для проекта «Гражданство за инвестиции». Расскажите нам немного об этом проекте. Грегор Насиф с женой Сандрой – это владельцы проекта. Отец Сандры – Фруто Вивас, латиноамериканский архитектор. Он получил так много наград, столько похвал за свои архитектурные строения. Он дал им архитектурный план дома, и так началась история Secret Bay. Появилась первая вилла Забука-1. И, как вы видите, все виллы находятся на возвышенности. Все они расположены на скале, они возвышаются и дают вам возможность погрузиться в природу. В том смысле, что с них открывается беспрепятственный обзор. Владелец Фруто Вивас хорошо известен в мире архитектуры тем, что использует возвышение. Так началась история проекта. А сколько у вас сейчас построек? Недавно, 17 числа, на нас обрушился ураган. До этого у нас было 8 вилл, но мы сокращаем количество вилл, и когда мы откроемся, их будет 6. Наш проект был одобрен как часть программы гражданства за инвестиции. Таким образом, все существующие виллы доступны на рынке программы гражданства за инвестиции, они расположены на более чем 33 акрах земли. Мы строим еще 36 вилл. Сегодня владелец Secret Bay хочет узнать, сможет ли он получить еще 20 акров земли на другой стороне, которая остается незастроенной, и мы пытаемся сохранить естественность. Что касается всего аспекта проекта, сейчас мы начали строительство резиденции, и это является естественным развитием Secret Bay, потому что земельные участки на другой стороне будут объединены и связаны друг с другом. Дома стоят прямо на обрыве, возле океана. Нет никакого ощущения соседства с соседними домами. То есть они находятся хоть и недалеко, но дальше в джунглях, и вы друг другу абсолютно не мешаете. Кто приезжает в Secret Bay? Каков портрет ваших клиентов? Что касается клиентов, к нам приезжают много пар, семьи, поэтому в последнее время, с момента открытия, мы получаем очень много запросов от семей. Большинство наших гостей из Северной Америки. Я бы сказал, что 75% клиентов приезжают в отель из Северной Америки и около 20% из Европы. Но в последнее время мы начали получать запросы из Западной Европы, но этот процесс движется медленно, поскольку о Доминике мало знают. Что касается заполняемости, с тех пор, как мы начали работу и заново открылись в ноябре 2018-го, прошлый год был для нас хорошим годом, когда у нас была достойная заполняемость. В среднем загрузка была почти 75%. 75%? Да, что очень хорошо. Это очень хорошо. Жизнь на Доминике другая, ты как будто погружаешься в природу, а это дает совсем другие ощущения. Ее главное отличие от Карибских островов в том, что они развиты и в некоторых местах перенаселены по сравнению с Доминикой. У нас здесь живет всего 70 тысяч человек. Это огромный остров. Вы можете видеть, что он не так развит, и он сохраняет свою естественность. В среднем гости останавливаются здесь на 7 ночей, на неделю, поэтому, приезжая сюда, они хотят зарегистрироваться. Secret Bay очень нетрадиционный отель, поэтому здесь нет стойки регистрации. Регистрация заезда и отъезда происходит на вашей вилле, поэтому на каждой вилле есть хозяин, который выполняет функции дворецкого. Мы предоставляем услуги дворецкого с утра до вечера. Дворецкий готовит для вас завтрак, а затем к вашей вилле прикрепляется консьерж, который составляет ваш план пребывания, исходя из ваших пожеланий, ваших предпочтений, нравятся ли вам экстремальные приключения, нужно ли вам что-то более непосредственное, любите ли вы пешие прогулки или дайвинг. Мы сядем вместе с вами, чтобы составить индивидуальный план. В большинстве случаев я вижу, что 60-70% гостей, как правило, проводят не менее 3 дней вне отеля в течение недели. Большинству из них нравится оставаться на территории отеля, ходить на пляж, а это уединенный пляж, чтобы насладиться каякингом и снорклингом прямо здесь. А некоторые предпочитают просто оставаться на своей вилле. Secret Bay дает ощутить роскошь времени и пространства. Как вы видите, площадь вилл с одной спальни составляет от 1,5 до 3 тысяч квадратных футов. В каждой из вилл есть частный бассейн с подогревом, и у вас есть неограниченный доступ к нему. На вилле есть большие террасы с раздвижными дверями. Из каждой виллы открывается вид на закат и морской пейзаж, поэтому нашим гостям действительно нравится оставаться на территории и ужинать тут. Они могут взять частный мастер-класс у шеф-повара
Тут вы можете получить потрясающее впечатление. И все активности проходят на природе, от посещения озера Бойлинг до походов. Тут есть чем заняться, в том числе тут есть прекрасный океан. Около 90% клиентов Secret Bay – это состоятельные люди. Они приезжают надолго. Здесь, если вам нравится роскошь, вы ее получаете. Если вы хотите исследовать природу, отправиться в приключения, у вас есть все для этого рядом. Некоторые люди в наши дни больше любят экотуризм, и они стараются получить лучшее с точки зрения отпуска, а некоторые действительно хотят роскоши. Они не хотят торговаться, когда дело касается роскоши. Ночь в Secret Bay стоит около $1200. Это очень дорого, поэтому мы говорим, что попадаем в центр лакшери рынка. Фактически за эту цену вы можете выбрать любое направление в мире. Совершенно верно, вы можете поехать в любую точку мира, но если вы хотите совершенно другого и аутентичного отдыха, то такой уникальный опыт, как здесь, вы больше нигде не получите. Еще до урагана владелец застраховал весь отель. Это было еще до выхода на рынок по программе гражданства за инвестиции, поэтому все застраховано. Итак, когда вы покупаете долю в компании с ограниченной ответственностью, вы покупаете долю на виллу и землю. Земля тогда находится в свободном владении. Стартовая цена около $3 миллионов. Это также зависит от того, хотите ли вы купить большую или маленькую виллу. Но, например, эта Забуко, самая первая вилла, будет стоить около 2 с чем-то миллионов. Есть люди, которые заинтересованы в покупке как для гражданства за инвестиции, так и для права владения виллой. Владельцу выгодно бесплатно останавливаться в отеле на одну неделю в году, это стоило бы около $7000 плюс налог. Нужно добавить еще около 20% налога, так что будет почти $8400. Действительно приятно получать те же услуги, как ваши гости и клиенты. После продажи целой виллы есть список акционеров, которым принадлежит доля в ней. Есть календарь, поэтому вы, как владелец, бронируете свою неделю. В большинстве случаев мы советуем гостям не бронировать виллу в высокий сезон. Когда здесь высокий сезон? Я бы сказал, что высокий сезон начинается в декабре и продолжается до марта. Это высокий сезон, когда у нас много бронирований. Сейчас у нас всего 6 вилл. Количество запросов, которые мы получаем, велико, поэтому мы тоже расширяемся, ведь нам пришлось отказывать гостям. Может быть, наши конкуренты в Доминике сейчас выигрывают от этого. Сюда переместится главный вход в Secret Bay. Тут будет главный вход, так что когда вы войдете сюда, вы получите одинаковый опыт. Неважно, владелец вы или просто гость. Таким образом, никто не узнает, владелец вы или гость, потому что вы получите те же услуги, вы получаете то же внимание, которое должно быть уделено. Итак, прямо сейчас мы строим 36 вилл здесь наверху, 36, и 16 из них будут с одной спальней, остальные будут с двумя и тремя спальнями. Некоторые из них будут для программы гражданства за инвестиции, а 40% из них будут для покупателей. У нас есть несколько участков для больших домов. Мы заметили, что к ним есть некоторый интерес. Люди готовы покупать дома для себя, чтобы просто приехать и пожить, провести 6 месяцев как таймшер.